Всем привет! И сегодня мы сравним две бюджеточки. Это у нас Red Cat Gen 8 и RGT86100. Посмотрим, кто из них круче. Оба на 2S. И давайте замерим максималку. Обе тачки полный сток. Но видим, что RGT будет в стоке побыстрее. Ну и, кстати, это ничего хорошего вам не даст на 2S. Замерим сразу радиус разворота. Помчали. Оу. Во, где? Далеко. Ген 8. Ну-ка. А, хотя, смотрите-ка, я-то думал все-таки прилично выиграет. Но буквально корпус или полтора. Да, невелико. Посмотрим, кто кого перетянет. Раз, два, три. Понял. Ну, смотрите, RGT, газ в пол. Кое-как. И Ген 8. Просто утягивает. Попробуем просто вертикальную стену такую. Упираемся передним бампером. И все, в принципе, неудивительно. Пойдем под углом. Ну же, давай. Ген 8. Так. Ну и плавненько, я думаю, здесь бесполезно пробовать. Ох ты. Задним бампером уперся и все. Ну давайте с прыжка. О, неплохо. Скаут 2. Так, RGT. Ну тоже, конечно, упирается бампером. Это бессмысленно. Заходим боком. Без проблем. Сервопривод крутит. Попробуем плавненько. А, здесь задний свес не мешает. Он уже готов даже так прыгать. Это бесполезно. Ого! Так. Масса явно меньше. Какой-то попрыгунчик получается. И далее. Ох, кое-как залез. С трудом. Так, по булыжникам на самую вершину. Но мы сейчас немного схитрим. Вот так вот сделаем проход боком, скажем так. Посмотрим, кто перевернется, а кто нет. Кто сможет, а кто нет. Давай. Проехал. Ну, народный RGT, давай. Без проблем цепляется. Корпус тоже лексановый. Так, руль на максимум. Вывернул уже, чтобы туда поворачивать. И... Давай, переднее левое колесо уже оторвалось. Но шанс есть. Yes. Готово. Так, ну-ка посмотрим-ка на переворачиваемости, как ты проедешь этот камень. Засел на своих порталах. Ладно, придется объехать. Итак... Забираемся. Берем отличный угол. Но я думаю, RGT также это все сделает без проблем. Даже вот сюда можно заехать. Во. Вот так вот берем уголок. И съезжаем. Ну-ка, съезжаем. Пытаемся. У RGT нет никаких порталов. Соответственно, проехать камень тем более не может. Камень. Землю застывшую. Так, берем вот так вот уголок. Да, вообще без вопросов. Порогов у нас боковых нет. Тут цепляться нечем. Берем вот так же здесь. И вы поняли, да? Посмотрим обычный камушек, как мы его преодолеем. У Ген 8 имеются пороги. Посмотрим на ходы. О, какие ходы у нас у Ген 8. Здорово. Смотрится красиво. И смотрите-ка, едет порогом. А, ну нормально. Чуть-чуть цепанул и все. Опа. У RGT порогов нет.
боковых, поэтому в этом плане проходимость будет лучше. Так, смотрите-ка, вывешиваем, и заднее правое колесо отрывается от земли вот в этот момент. Да, у Gen 8 оно еще не отрывалось. Так. Вообще просто, да, вот свободненько раз, и все. Ох, как шумит Gen 8. Поверьте, видал он многое, поэтому его нужно уже перебирать, я считаю. Так, ну-ка, сервопривод вращает, без вопросов. Обе тачки полный сток. Забираемся сюда и получаем резкий съезд под 90 градусов. Будем делать аккуратно, плавно. Если кто перевернется, то тот слился, естественно. Но перевернуться здесь проблематично. Передком не цепляем, зад зацепанул. А, ну нормально, проехал. Так, RGT, смотрим. Сервочка тоже вращает на месте, но масса легче, честно говоря. Так, не хватило выворота, что ли, за один раз-то? Аккуратно, оп. Да здесь тоже без вопросов, причем задним бампером даже и цеплять-то нечего. Просто мощная гора, на которой все будут сейчас садиться на брюхо. Первый засел. Но мы делаем небольшой прыжок. Во! Небольшой и достаточный прыжок. RGT тоже без вопросов забирается. Садится на брюхо еще раньше. Делаем прыжочек. Не хватило. Хватило. Так, съезд по коряге посмотрим. Неплохо. Неплохо. Да вообще, как бы, очень просто. И давайте развернемся здесь. О! Первый испытывает проблемы с разворотом. Но нет, нормально. О-о-о! Ничего себе, ты где-то там захотел застрять. Так, ну тоже без вопросов. Собственно, препятствия вообще ни о чем. Так. Сейчас развернемся. Радиус разворота поболее чуть-чуть, но проблем не испытал. Так, еще одна коряга. Но здесь уже будет все посложнее. Здесь и свесы решат вопрос. Ох, блин, нифига себе ты. Не, сносить ее не надо. Зайдем вот под этим углом. Во. Нормально. Нормально. Запилил, но на брюхо... Я попробую, конечно. Но не, садимся, естественно. Давай, 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 давай. Все. Ген 8 преодолел. Так. RGT, наверное, также испытает проблемы с заездом. О, нет, в этом плане он получше, конечно. На брюхо сели. Ну уже, дайте назад нам чуть-чуть. И прыжок. Хе-хе-хе. Неплохо. Оба сделали это. Так, просто большая гора, просто две тачки и просто надо заехать. Вот так автобус полетел. Еще даю попыточку. Давай, давай, давай. Сейчас разроет, что RGT нормально ничего не достанется. Так, нет, не заехал с трех попыток. У RGT скорость поболее будет. Тут неровно, поэтому проблематично. Полетел хорошо, конечно. Давайте еще одна попытка. Ну же! Никак. Давайте еще разочек попробуем. Нет. Так, просто попробуем забраться в эту гору, которая... А, нет, смотрите-ка, достаточно легко идет. И засел все. Которая сыпется вся, гора-то. Давай еще разок.
Ген-8 колеса пропустим здесь, толка нету. Оборотов, оборотов, давай, давай, давай. Да. RGT будет тяжело. Так, не вышло, не вышло. Так, второй. Давай. Сначала плавненько попробуем. Вдруг у него все получится плавно. Не хочет плавно. Ну, заехал по другой, конечно, траектории. Но заехал. Сейчас Red Cat мы еще попробуем тоже. Мощный съезд, мощный съезд. Оп, аккуратно. Еще попыточка. Ну да, по этой траектории-то они все заезжают. Ладно. Смотрите. Опа. А, тоже легко. По размеру, как видите, Red Cat Gen 8 поболее будет. Шире, длиннее. В общем-то, это реально ощущается. Ну и масса у него тоже больше. Чуть-чуть все равно есть такой. RGT все-таки такой легкий. Легкий, да. У Gen 8 резина мягенькая. У RGT тоже мягкость плюс-минус у них идет одинаковая. Хотя нет, хотя у Gen 8, я думаю, помягче. Здесь чуть-чуть все-таки жестче на ощупь. Особенно борта вот идут. Так, смотрим, как себя визуально ведет автомобиль. Полный газ. 2S, как он прыгает. Шумит. Новый, конечно, так не шумит. Новый работает лучше. Неплохо отрабатывает подвесочка, все достаточно мягенько. Видали, да? И RGT менее реалистично. Прыгает как кузнечик, валится примерно так же. То есть в этом плане из коробки автомобиль идет хуже. С ним нужно поработать, чтобы он вел себя хотя бы как Ген 8. Видите, что происходит с автомобилем. Некрасиво, некрасиво едет. Нереалистично. Ну что могу сказать? Мне Ген 8 понравился все-таки больше. Пишите в комментарии, что вы считаете здесь лучше. Все-таки RGT или Red Cat Ген 8. Кто вам больше понравился своим поведением, своим прохождением. Мое любимое испытание. Раз, два, три. Как видите, я сделал специально так, чтобы RGT снизу вверх ехал, а Gen 8 сверху вниз. Ой, снизу вверх, наоборот. Наоборот, а это сверху вниз. Ну, короче, преимущество дал RGT, так как у него масса поменьше, и он там проигрывал на асфальте. Давайте еще разочек. Но вот сейчас плюс-минус они ровно стоят. И Gen 8 просто утаскивает его. Просто тащит, и все.